Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Расскажите, что у вас? Хочу сделать ринопластику. У вас была уже ринопластика? Да. Сколько лет назад? 2,5 года. Ну вот смотрите, я покажу, что, что здесь не так. Нет опоры на кончики носа. Поэтому фас он смотрится широкий, а в профиль клювом. Вот. И поэтому он широкий. Для этого нужно сделать ему опору, то есть чуть-чуть придать ему проекции. И уменьшить высоту переносицы. Вот он очень резко расширяется. Он не с этого момента должен расширяться кончик. Довольно ниже. Вот. Мы заужаем переносицу. Так. Выравниваем блик. И делаем уже его. Вот. И немножко поднимаем его, что получается красивая девушка. Если мы прикроем все, видите, носогубный угол довольно большой. Ну, немножко у вас приподнята губа, но так он 90 градусов. Его можно так чуть-чуть так приподнять, еще чуть-чуть. Но в основном вся проблема вот в этой части, которую нужно опустить, довольно прилично. Вот. Опускаю ее. Ну и добиваемся того, что у вас получается красивый нос. Я думаю, что это очень красиво. Но это максимум, что можно получить из, из таких пропорций, которые у вас есть. Ну что, только что закончилась консультация. Поскольку я Сергея вообще считаю лучшим ринопластом России, мне даже не важно, что он там моделировал, не моделировал. Можно было даже не рисовать, какой будет нос. В общем, я всецело доверяю. Еще раз здравствуйте. Вот и все. Нос просто идеальный. Вот мы сейчас сняли гипс. В общем-то, это вторичная ринопластика, так? Человек, который не знает, что была сделана операция, он, в общем, и не догадается. Я думаю, что девушка счастлива, она сейчас поедет в свой родной город. Нет, правда, очень здорово. Спасибо, правда, очень здорово. Вот и все, мы сейчас отправим девушку домой. У пациентки было уже 3 операции до этой последней. А сначала у нее был нос большой, в смысле того, что была горбинка. Ее убрали, что-то не понравилось, и были еще 2 коррекции проведены на кончике носа. Поскольку все опоры были удалены из-под кожи на кончике, он потерял опору и провис. Образовался так называемый клюв. Здесь мы затронули все структуры носа, в том числе и костные. Мы взяли хрящи, которых не хватало из ее перегородки носа, смоделировали весь новый кончик. Всегда удаление лангеты – это очень приятный момент для хирурга, для меня, потому что результат скрыт в течение 9 дней. И всегда это какое-то предвкушение, и всегда и волнение, всегда адреналин. И очень приятный момент, когда пациентка радуется, несмотря на то, что есть еще послеоперационные отеки. Ну, в этот раз немножко другой у нас. Он вообще меньше, чем он у меня был до под последней операции. Очень рад был еще раз встретиться с вами. И до скорого свидания в операционной.